Музей «Старый Уральск» отметил свое 11-летие. Относительно молодой музей хранит в себе экспонаты, отражающие многовековую историю города. Двери музея всегда открыты для посетителей. За все время существования там побывало уже свыше 80 тысяч горожан и гостей Уральска. Сегодня поздравить музей пришли деятели искусства и просто постоянные посетители, которых ждал неожиданный сюрприз в виде презентации новой книги автора Александра Елфимова. Все подробности в сюжете Бибигуль Таужановой. Более 20 тысяч экспонатов, огромное количество проведенных экскурсий, тематических мероприятий, выставок. Все, что мы имеем, говорит директор музея, это заслуга наших горожан. Именно благодаря их неравнодушию наш музей был создан и продолжает радовать всех любителей, почитателей искусства до сегодняшнего дня. Экспонаты археологических находок, начиная с 2000 лет до нашей эры и более поздние, экспонаты средних веков. Большие вот коллекции представлены, вот, часы, предметы быта, оружие, старинные книги, большая подборка икон. Ну, в общем, предметы, которые окружали уральцев на протяжении вот, 4 веков. При музее есть свое книжное издательство «Оптима», благодаря которому на свет уже вышло 67 книг. Сегодня состоялась презентация 68-й. Для автора книги Александра Елфимова это 7-я по счету. Роман под названием «Живите, братцы, пока Москва не знает», окончание этой пословицы «Узнает, плохо будет» не вошло в название, посвящен периоду 16 века. История озаглавлена как «Жестокий век», период формирования России и всей нашей степи. Цель написать этот роман было именно очень такой, я думаю, что правильный материал краеведческий на основе первоисточников, что очень важно. Не кто-то кому-то что-то сказал и записали, а именно это летописи, это труды величайших краеведов и историков. Студенты, учащиеся школы и просто жители города здесь постоянные посетители. К тому же вход совершенно бесплатный. Это очень хороший, добрый островок в нашем городе, куда тянутся человеческие души. Дай Бог процветания и здоровья всем. Бибигуль Таужанова, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.